Причем это пришло ко мне вот опять же с вашей вместе с улыбкой. С улыбкой об идиотизме, к сожалению, наших правоохранительных органов в лице неких полицейских, которые мало того, что задержали, мало того, что заковали в наручники одного нашего коллегу, они еще и оштрафовали его за мелкое хулиганство, за то, что тот искал этих самых и ловил покемонов. Ну, бред. Понимаете, вот сразу вспоминается Гафт в фильме «Гараж» Эльдара Рязанова, когда он говорит фразу, относящуюся, как мне кажется, к нашему большинству, к сожалению, наших полицейских. Да, он идиот, но он на посту. Ох, я думаю, дело значительно серьезнее. Я полагаю, что эти спецслужбы находятся на Юпитере. Вот там сейчас работает американская станция, да, она летела туда несколько лет и, наконец, передала сигналы, что она уже там. Я полагаю, что она вошла в контакты с местным юпитерским населением, и оттуда пришла команда, значит, найти и разобраться, наконец, с российской оппозицией. Что-то тут не так. Решили там на Юпитере, и с помощью американцев, конечно же, они заставили нас искать покемонов.